Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на Московском международном салоне образования. Прошел месяц с тех пор, как мы встречались с Алтайским краем, говорили о том, волновались, думали, как будем заканчивать учебный год, с какими результатами, что будет с летней оздоровительной кампанией. Но вот прошел месяц, и мы с вами очень сильно изменились за этот месяц. Мы повзрослели, многому научились, закончили учебный год довольно успешно, немного определились и успокоились вот в той ситуации, в которой находится сейчас весь мир, огляделись и поняли, что можно жить, можно работать и можно продолжать приносить радость детям, потому что что есть лучше летнего отдыха. Поэтому сегодня темой нашей большой дискуссии будет летний отдых в Алтайском крае, эти возможности для оздоровления и отдыха наших ребят. И с большим удовольствием представлю участников нашей сегодняшней дискуссии. Это Галина Владимировна Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края. Юлия Юрьевна Мамчур, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления Министерства образования и науки Алтайского края. Наталья Васильевна Молчанова, директор Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения Алтай. Тамара Анатольевна Кузюра, исполняющий обязанности директора детского технопарка Алтайского края «Кванториум-22». Игорь Николаевич Марискин, директор Алтайского краевого детского экологического центра. И Наталья Валерьевна Новичихина, директор Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Ну и с таким составом экспертов сегодня, я думаю, что мы прекрасно поймем и найдем те практики в вашем регионе, которым можно следовать, у которых можно учиться. Я с большим удовольствием приглашаю Галину Владимировну рассказать нам о создании пространства по организации отдыха и оздоровления с опорой на ресурсы дополнительного образования Алтайского края. Пожалуйста, Галина Владимировна, с удовольствием вас слушаем. Добрый день, уважаемая Оксана Валерьевна, уважаемые участники Международного московского салона. Мы благодарим за возможность представить нашу работу, наш опыт на таком высоком уровне. И на самом деле вот здесь в студии собрались мои коллеги, имеющие многолетний опыт организации оздоровления детей. И благодаря их профессионализму и опыту мы нашли такие форматы проведения летнего сезона в этом году, который вот сопряжен с необычной ситуацией, с эпидемиологических ограничений. Безусловно, в основе всех наших управленческих действий сегодня лежит прежде всего правильно выстроена нормативная база, так как это руководство для директоров лагерей, как школьного, так и загородного формата. Поэтому, внимательно изучив все федеральные нормативные базы, мы учли в своих основные к организации летнего периода в этом году. И, конечно, сегодня для понимания того, что возможность проведение занятости в каникулярный период должна быть для родителей педагогических коллективов разная, так, исходя из этого, и выстроились разные форматы наших услуг. И здесь очень большую работу дополнительного образования. Они отбрали те лучшие практики, которые сформировались у них на протяжении их деятельности, которые можно использовать в летний период. И это, безусловно, те, которые не будут повторять или дублировать какие-то образовательные привычные занятия, а это те, которые сегодня направлены на развитие новых увлечений ребят. Это мероприятие или занятия, связанные с развитием инженерных, творческих умений, исследовательских умений, даже какого-то спортивного направления занятий. Поэтому вот, наша презентация не запускается.
получается, да? Вот если получится запустить, мы бы хотели продемонстрировать, какой большой краевого уровня ресурсы мы привлекаем для того, чтобы такую успешную летнюю занятость детей. Это, безусловно, по рекомендациям правительства Российской Федерации и по тем лучшим практикам, которые в России есть в целом. Мы сегодня представляем такую свою модель организации занятости в летний период, исходя из разных этапов оздоровительной кампании. Конечно, 1 июля детей у нас уже стартует новый интересный проект, который мои коллеги представят более подробно, это «Умные каникулы». Кроме того, мы предлагаем нашим сегодня детям некие такие вот онлайн-курсы в рамках профильных наших лагерей, также придумать, как можно использовать уже созданный переложить и выстроить его в работу профильных лагерей. И все-таки главным, основным, долгожданным от детской и родительской общественности, конечно, ждут открытия лагерей загородного формата, лагеря с круглосуточным пребыванием. Мы надеемся, что эта ситуация позволит нам 1 июля выйти на возможность открытия таких лагерей. И вот, исходя из разных сценариев, наши организаторы 4 разных модели, и мы сможем обеспечить занятость детей с учетом их потребностей. И вот на следующем слайде мы покажем вам, как на сегодняшний день эти модели организовать занятость детей. Мы подготовили уже практически 890 учреждений и организаций, которые формат предоставляют услуги летнего отдыха. Большую часть из них составляют лагеря в школах, в том числе сегодня и профильные смены при школах в большей части будут организованы. Но вот особая забота – это лагеря загородного формата. Их у нас в этом году стало больше, так как в реестр этого года включились и организации туристического направления. Поэтому возможности очень широкие. И сейчас вот вы видите здесь на слайде, что практически все лагеря, все учреждения получают на этапе уже завершения разрешительные документы, а значит, будут готовы открыть свои двери для детей. И вот в зависимости от эпидемиологической ситуации, мы сейчас вернемся к слайду, мы видим вот эти 4 модели. Они, конечно, в основе этого подхода начала летнего сезона и загородного формата или дневного формирования. Вот мы обратили ваше внимание на то, что, конечно, первая модель, которая включает возможность принимать детей уже в июне месяце, она позволила нам сохранить контингент по охваченных детской занятостью в летний период на уровне прошлого года. Но вместе с тем мы здесь показали, что в случае ограничительных мер мы выйдем на вторую модель, и тогда мы сокращаем количество детей, занятых на площадках лагеря, но вместе с тем будем предоставлять другие уровня формы занятости детей. Мы в этом плане организационно продумали все формы, и в том числе вот спросили у родительской общественности, насколько они сегодня готовы отправить своих детей в загородные лагеря. Родительская общественность больше процентной составляющей очень ждут, чтобы все-таки возможность отправить ребенка на оздоровление в летний загородный лагерь, тогда
нашем субъекте. Но те интересные формы также очень хорошо воспринимаются родительской общественностью. Здесь мы некоторые направления на слайде показали, хотя сегодня мы готовы более подробно рассказать и познакомить с нашими практиками, которые, я думаю, будут интересны нашим детям. Ну и в завершении, конечно, хочется сказать, что организация всю эту работу в непростых условиях берет на себя наш центр, ресурс-центр по организации летнего отдыха. Таким учреждением выступает одно из учреждений дополнительного образования, центр туризма, как раз директор присутствует, она расскажет об этом. У нас работает горячая линия, которую мы видим сейчас на слайде, и ежедневно до 400 звонков на эту линию поступает. Мы оперативно взаимодействуем с родительской общественностью и готовы также отвечать на их вопросы и находить оптимальные варианты. Надеемся, что такая вот организационная работа все-таки позволит успешно провести каникулы в Алтайском крае. Спасибо, Оксана Валерьевна. Спасибо большое, Галина Владимировна, за вектор, который вы задали нашей. Вы сказали несколько очень важных таких точек опоры вашего летнего отдыха. И я понимаю, что невзирая на сейчас вышедшую на первый план роль безопасности детей, их здоровья и справиться с эпидемиологической обстановкой, вы ни в коем случае не отодвигаете на задний план ту образовательную часть отдыха детского и уверены в том, что вы справитесь и с этой частью даже в таких непростых условиях. Недаром проект ваш называется «Умные каникулы». На слайде несколько таких важных историй и безопасное лето. И вот эти такие два девиза вашего летнего отдыха очень важно. Умные каникулы и безопасное лето. Я с большим передаю слово Юлии Юрьевне. Хотим услышать о тех решениях по организации калликулярного периода времени для ребят в рамках реализации актуальных проектов, в которых вы будете стараться раскрыть потенциал каждого ребенка, несмотря на вот ту ситуацию, в которой мы все с вами оказались. Пожалуйста, Юлия Юрьевна. Оксана Валерьевна, добрый день, уважаемые участники Международного московского салона образования. Мы рады приветствовать желающих принять участие в нашем мероприятии. Сейчас регион Алтайский край. Мы являемся участниками данного мероприятия, и, конечно, хотелось бы опытом. Я думаю, что он будет очень полезен и другим субъектам Российской Федерации. В настоящее время большое внимание уделяется прежде всего алтайскому талантов и развитию самоопределения детей и подростков, учитывая весь тот опыт, который у нас. Аккумулируем все ресурсы на базе наших ресурсных центров, которые осуществляют свою деятельность по определенным направленностям. Очень важно учитывать те ресурсы, которые позволяют сделать нашу каникулярную занятость достаточно разнообразной, расширенной. И мы учитываем в нашей работе все направленности дополнительного образования. Несмотря на то, что летние каникулы в основном направлены на организацию оздоровления детей с учетом, которые традиционно у нас были, в настоящее время нам предоставляется продемонстрировать все ресурсы и тот накопленный опыт, который уже есть. В частности, это региональные инициативы, которые в Алтайском крае реализуются при поддержке губернатора Алтайского края. И эти инициативы в рамках проектов. Вот эта школа «Учи круто». Пытаюсь переключить слайд. Угу. И, конечно, эти проекты, они позволяют в реализацию большое количество наших детей в
Следующий слайд. И здесь акцент мы делаем прежде всего на те возможности, которые уже предоставляются нам в рамках реализации регионального проекта ребенка, образовательного проекта, национального проекта образования. И все те возможности, которые уже используются при разработке различных проектов. Акцент в настоящее время делает на сайте, которые позволят безаварийно поучаствовать в различных мероприятиях, подключиться к различным акциям, челленджам и проектам, которые сопровождают не только наши преподаватели, но и поклонники, это вожатые, это старшеклассники, это участники проектов, члены общественных организаций, РДШ, Российское движение школьников и Юнармия. И здесь мы как раз через различные активности предоставляем возможность нашим обучающимся активно вовлекаться в мероприятия. Она в основном направлена на формирование именно ответственности, самоорганизованности, потому что прежде чем войти в какой-либо проект, необходимо в том же формате онлайн зарегистрироваться, стать участником, проявить какую-либо активность, еще при этом вот в получении результата как раз нам помогают наши кураторы, наши наставники, которые очень активно участвуют в реализации этих проектов. Наша задача в качестве наставников все-таки сохранить внимание, устойчивое внимание наших участников при реализации этих направлений деятельности. И мы не хотим потерять их, а хотим действия направлены прежде всего на сохранение их интереса и участие в этих мероприятиях. Поэтому у нас очень активно сейчас в формате онлайн проходят различные стажировки, различные смены мероприятия, и в том числе проекты. И вот об одном из проектов мне чуть-чуть хотелось бы задать, расскажут наши замечательные коллеги, участники сегодняшнего мероприятия. Это кадры будущего для региона. Данный проект начал свое развитие в 2019 году. К нему подключили не только наши преподаватели, но и наши, мы их называем помогаторы, это участники проекта, представители и промышленности, и предприятий, и общественности, которые являются наставниками в части формирования будущих кадров для региона в реализации проекта. Дети сами разрабатывают, а наставниками как раз выступают представители общественности. И вот на сегодня разрабатывая и продолжая работу над данными проектами в формате онлайн, позволяют как раз ресурсы широко использовать и возможности разных направлений организации при создании конкретного результата, конкретного проекта. Продукты у нас уже представить наши команды осенью 2020. А в настоящее время мы создаем платформы, которые позволяют нам также развиваться. У нас в настоящее время разработан ресурс, который называется «Дополнительное образование в Алтайском крае», где одной точкой доступа можно посетить наши ресурсные учреждения. Все очень много информации, и при этом можно одновременно уже стать участником не только проектов, но и части мероприятий, которые уже запланированы в рамках летней оздоровительной кампании. И сегодня ресурсы, которые нам позволяют обеспечить занятость наших детей, они как раз направлены на то создание единого пространства, образовательного пространства, которое позволяет объединить ресурсы. Мы какой-то период времени это базис. Время мы уже на основе его двигаемся дальше. Мы понимаем, что предела совершенства нет, и продолжаем наши ресурсы обновлять практически в ежедневном формате. И это не только развитие профессиональной компетенции наших педагогов, но и профессиональные практические компетенции наших обучающихся, потому что они вместе с нами учатся и еще обучают нас. Поэтому в наших силах
движение, а наше движение уже продолжает наши обучающиеся. Сейчас я хотела бы передать слово для того, чтобы вы смогли передать слово уже нашим коллегам. Спасибо большое. Спасибо большое. Из вашего выступления, конечно, видна система, которая сложилась в регионе, и, безусловно, если бы не было создана та база, которой вы сейчас могли очень оперативно воспользоваться в сложных условиях, безусловно, лето для детей бы не получилось. Поэтому и что система оказалась абсолютно готова к адаптации в новых условиях. Из вашей презентации это было очень хорошо видно. Спасибо большое. Я передаю слово Елене Молчановой и буду говорить о том, как лето становится временем открытия Алтайского края. Пожалуйста, Наталья Васильевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Оксана Валерьевна, все, кто присутствует на части нашего региона на Международном московском салоне образования. Прошу меня презентацию. Мы уже сегодня говорили о том, что возможности этих каникул, они безграничны, и в лете 2020 года региона предложено 1080 дополнительных общеразвивающих программ, которые ребята могут изучить в различных и онлайн в ходе участия в программах как оздоровительных, так и профильных. Также летом мы планируем провести порядка 7 различных мероприятий в разных форматах, которые позволят охватить ребят различными интересными и полезными вещами. Когда мы говорим об организации каникулярного обучения, каждый из нас предполагает, что наряду с мероприятиями и формами работы, каждый год ребята и родители ожидают от нас что-то новое. В этом году Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения Алтай, опираясь на свои базовые программы туристско-краеведческой деятельности и социальной деятельности, подготовили новые интересные программы, которые будут дать себе познание через краеведческие формы работы, активный туризм при использовании современных технологий, в том числе 3D-моделирования и VR-технологии. Работа в данных направлениях позволит ребятам не только посетить короткие маршруты, потому что всего, возможно, станет только в августе, но и в то время, когда они будут находиться в лагерях, разработать свои маршруты и поставить их в соответствии с новыми технологиями для общего обозрения. VR-технологии позволят эти маршруты и показать безграничные возможности Алтайского края туристско-рекреационного объекта для отдыха детей и взрослых. Также хотелось бы отметить, что ребятам наряду с инновационными технологиями, которые более активно можно использовать в формате онлайн, предлагается большое количество региональных профильных смен и массовых мероприятий, которые можно посетить в режиме офлайн. В том числе Алтайский с уникальным регионом подготовил для детей 147 маршрутов, которые прошли свою регистрацию, утверждены комиссией образования маршрутов, а также МЧС России по Алтайскому краю. Следующий слайд, пожалуйста. Большое внимание в каникулярном отдыхе уделяется в регионе, в нашем центре, отдыху оздоровления детей, которые требуют особой заботы государства. Это дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды. Для них предложено большое количество различных программ. Если мы с вами посмотрим на слайд, то мы видим, что они в двух форматах, онлайн и офлайн. Следующий слайд, пожалуйста. Одно из самых значительных и в ходе освоения программы возможностями является возможности развивающих программ в воздухе и в живой природе. Это позволяет не только общаться, но и свое здоровье профессиональных педагогов, дефектологов. Учитывая особенность работы и специфики нашего учреждения, большое внимание уделяется программам туристской краеведческой направленности и профильных смен. Как сказала уже Юлия Юрьевна, в этом году регион предлагает участие в многих проектах, которые входят в общий проект национального проекта образования, извините за автологию. Разработаны профильные смены и программы по таким компетенциям, туризм, экскурсионное дело, юные спасатели. Следующий слайд, пожалуйста. Особое внимание в работе занимают и межрегиональное взаимодействие, и проект «Дорога Миколашникова». Это один из уникальных проектов, который позволяет себе
точкокровечества, знания Алтайского края, других регионов России через жизнь и деятельность знаменитого разработчика одного из современных оружий, которому есть признание во всем мире, Михаила Тимофеевича Калашникова. Также уникальными профильными программами региона является смена военно-патриотической направленности движения юнармии. Наряду с регионами Министерства образования в регионе и программы для и участников поискового движения Алтайской Российской Федерации. Уникальными проектами региона являются проекты профильных лагерей социально-педагогической направленности. Отчасти из них, скажут мои коллеги, я хотела бы заострить внимание только на трех проектах. Я гражданин России, школа Барбара и всероссийский этап фестиваля «Зеленая карета». Мероприятия в совокупности дают возможность ребятам получить новые знания по социальной деятельности, так и инновационной исследовательской. «Зеленая карета» позволит ребятам, которые занимаются авторской песней, выйти на новый уровень и после прохождения нашего этапа принять участие в 2 месяца в международном фестивале детской авторской песни. Одним из направлений деятельности и уникальным является проект «Президентские игры, президентские состязания», которые реализуются на уровне Российской Федерации в формате профильных лагерей, на уровне Алтайского края. Это профильные лагеря плюс фестиваль школьных спортивных клубов. В Алтайском крае 3-й год реализуется интересный и уникальный проект «Живые уроки Алтая». Он состоит из 2 компонентов, и мы приглашаем к участию не только ребят из Алтайского края, но и ребят из других регионов. Это позволит гораздо глубже познакомиться с историей, культурным наследием Алтайского края и Российской Федерации. Алтайский край – это родина многих поэтов, актеров, 2 космонавтов России. Невозможна реализация летних программ без социального партнерства. На слайде видно, многогранно в целом в системе отдыха и оздоровления социальное партнерство. Это позволяет привлекать для реализации программ «Билет в будущее» и для программы поддержки молодежи различные предприятия и корпорации с целью местного проведения уникальных образований. Оксана Валерьевна, все, если есть вопросы, желание готовить. Большое. У нас, если останется время в конце дискуссии, так как у нас много дискуссантов, а времени мало, мы обязательно зададим вопросы. Я вот сейчас себе их отметила. К этому вернемся, потому что масштабные программы, о которых вы говорите, многосторонние, разносторонние, и очень много есть вопросы, этим летом возможно ли будет реализовать их в том масштабе, в котором они планированы, и главное, что в форматах, которые планированы. А я хочу перейти к нашему следующему спикеру, Тамаре Анатольевне Кузюре. И я думаю, ее выступление, я посмотрела материалы, и понравилась мне такая фраза, звучит «обучайся, отдыхая». Поэтому об этом мы сейчас поговорим, об особенностях профильной смены технического направления и о том, что еще один девиз такой смены – это смена для всех, а не только для самых одаренных детей. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, Оксана Валерьевна. Добрый день, участники Международного Московского Союза образование. Я профильный лагерь, который называется у нас «Технолето отдыхая». «Технолето», пожалуйста, слайд следующий. Площадка для развития способностей одаренных детей, формирования у них интереса к исследовательской и инженерному творчеству, социальная адаптация и профессиональная ориентация обучения. Программа профильной смены является комплексной и включает 3. Это образовательный модуль, модуль развития творчества и модуль... Слайд, пожалуйста. Образовательный модуль – это содержание образовательной деятельности,
по трем профилям: технической, так как мы кванторим 22 прежде всего в приоритете, естественно, научной, ну и, конечно же, социально-педагогической. Цель образовательного модуля – формирование у подростка представления о современной науке, о собственном, обучение приемами исследовательской работы, индивидуально образовательной траектории для каждого обучающегося, предоставление возможности обучающимся представить свои достижения на мероприятиях как в профильной смене, так и на российских и международных конкурсах. Для проведения вот этого образовательного модуля привлекаются преподаватели вузов Алтайского края, а также специалисты промышленных предприятий. То есть весь модуль образовательный модуль проводится только силами преподавателей вуза и промышленными и специалистами промышленных предприятий. Лагерь посещают ребята, которые имеют уже достижения в выбранном направлении, но и также ребята и новички, которые еще не выбрали свое направление деятельности. В течение периода пребывания в профильном лагере школьники и исследователи готовятся к участию в таких масштабных мероприятиях, как «Будущее Алтая», соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее», в Сибирском и Федеральном, Дальневосточных федеральных округах Российской Федерации, региональные бизнес-школы, выставки и, конечно же, к всероссийскому конкурсу научно-технологических проектов «Большие вызовы». Модуль развития творчества, воспитательная работа, пожалуйста, слайд, планируется с учетом индивидуальных особенностей детей и осуществляется через включение их в творческую деятельность, то есть фестивали, конкурсы, концерты и так далее. Программа досуговой деятельности участников лагеря включает как общелагерные мероприятия, так и отрядные, которые проводятся после обеденное время. Лекции, читаются лекции учеными нашими вузов, и опыты проходят, мастер-классы, экскурсии в конно-спортивный клуб, и, конечно же, большую роль играют экскурсии на промышленные предприятия. Не менее 60% мероприятий, реализуемые в рамках программы, имеют вариативный характер. Программа не является раз и навсегда данной константой. Она живет и развивается. Творчество также не может полноценно развиваться без навыков общения и межличностного взаимодействия, навыков рефлексии, формирования адекватной самооценки подростка, обогащения социального опыта. И в конце каждого дня воспитатели, а также обучающиеся проводят рефлексию. Все данные о достижениях участников формируются в рейтинговой таблице. Модуль оздоровления. Пожалуйста, следующий модуль. Да. Профильная смена проходит на базе санатория-профилактория «Гренада» вдали от шумных дорог, в экологически чистом месте, чаще реликтового соснового леса. В санатории своя артезианская скважина с чистейшей водой, содержащей натуральные соли и богатые необходимыми микроэлементами. В рацион питания входят различные витамины чаи на основе алтайских трав для укрепления иммунитета. Лечебная сауна с бассейном, каскадом и вихревой ванной, гидромассаж. Конечно же, ребята не только отдыхают, но и, естественно, оздоравливаются. Завершением работы лагеря является итоговый конкурс. Лучший проект, на котором участники профильного лагеря демонстрируют свои успехи, представив презентацию выполненных работ. Победителям итоговых конкурсов награждаются кубками, грамотами и призами. Каждому участнику смены выдается свидетельство. Вот благодаря сплоченной работе педагогов, организаторов и школьников за короткий срок, а это 7, а то и 10 дней, взрослые дети становятся единой сплоченной командой. Об этом свидетельствует мониторинг участия детей летнего Алтайского края в профильной смене. То есть каждым годом профильной смене желающих попасть на эту технолето «Обучайся, отдыхая» очень много. Каждый участник получает знания и навыки в интересной и эффективной форме от профессионалов, увлеченных своим делом. Приобретает новых друзей и интересно проводит время. Спасибо. Спасибо большое, Тамара Анатольевна.
Очень важно в ваших сменах вот то взаимодействие с реальным сектором экономики, которое, ну, не так часто встретишь, особенно в период летнего отдыха. Если у нас вдруг останется время, мы обязательно поговорим об этом бесценном опыте вашем. Спасибо огромное. Я хочу передать слово Марискину Игорю Николаевичу и поговорить о организациях практики для ребят в летний период. Слет практикум для членов школьного лесничества, краевой лагерь, золотые горы и так далее. Самые яркие ваши проекты. Спасибо большое. Вас слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Оксана Валерьевна. Для юных экологов лето совершенно особый период. Практически 80% полевого материала для исследовательских работ набирается именно в это время. В естественной природной среде можно увидеть воочию природные объекты, которые в течение учебного года дети изучали через электронные ресурсы, книги и так далее. Исследовательские и проектные работы – это фундамент экологического образования и воспитания. Само по себе определение экологического образование и воспитание предлагает его непрерывность и всеобщность. Потенциал лета в этом смысле трудно переоценить. Кроме того, ни одно наше мероприятие мы не проводим в отрыве от общества, которое нас окружает, и от партнеров. Партнерство, сетевое взаимодействие, участие предприятий реального сектора экономики – ключевой наш подход в организации экообразования. Но об этом немножко ниже. Наше учреждение является региональным ресурсным центром по дополнительному естественно-научному образованию детей. Мы проводим региональные этапы большинства федеральных мероприятий эколого-биологического направления. Они входят в перечень мероприятий Министерства просвещения России по работе с одаренными детьми. Курирует работу Федеральный детский эколого-биологический центр. Для результативной работы есть все необходимые условия. В Алтайском крае практически нет территории, с которой бы мы не взаимодействовали. В очно-заочную школу мы принимаем детей независимо от места проживания ребенка. Летние лагеря стали для нас возможностью обеспечить оздоровление наших обучающихся и, главное, реализовать дополнительные общеразвивающие программы. Отбор в краевые профильные смены имеет единые подходы. Я уже сказал, что у нас в центре обучаются заочники. Те, кто закончил успешное обучение в течение учебного года, приглашаются в летний лагерь. Совершенно уникальная среда создана в лагере. Во-первых, это живописное в природном отношении место в предгорьях. Во-вторых, наличие особо охраняемых природных территорий и культурно-природных объектов. И в-третьих, конечно же, наставники, которыми являются специалисты нашего центра, сотрудники вузов профильных, а также зоологи, общественники, ну и другие. Своеобразным брендом Алтайского краевого детского экологического центра стал фестиваль юных экологов «Зеленые колокола». Фестиваль в этом году празднует 20-летие юбилейное и оброс традициями. И самая важная традиция, пожалуй, то, что он ни разу не проводился в одном и том же месте. То есть у нас в Алтайском крае 107 особо охраняемых природных территорий, и каждый год место проведения меняется, соответственно, выбираем новую охраняемую природную территорию. Дети, взрослые не только получают возможность насыщаться общением, отдыхать, много практики с людьми науки, с людьми из охраны природы, чего стоят только одни ранние экскурсии, которые производят специалисты-орнитологи. Наши партнеры из общественной организации «Экологический актив» обучают проводить эколого-просветительские акции. Журналисты обучают грамотному информационному сопровождению своих экологических проектов. Особенно хотелось бы остановиться также на интересной семейной форме организации экологического образования. То есть в организации существует клуб «Фауна». В течение учебного года дети приходят на занятия вместе со своими родителями. Это не только младшие классы. Это старшие, особенно те, которые занимаются уже в течение 5, 7, 8 лет. Вот. Летом эти дети также таким большим коллективом с родителями уезжают
на профильную смену, тоже в замечательное, очень красивое место. И таким образом мы решаем и проблему отдыха, проблему оздоровления. Дети делают исследовательские работы, и еще немаловажная проблема решается. Вы знаете сейчас, насколько сложно сопроводить детей в экспедиции, в походы, а так как они находятся вместе с родителями, эта проблема решается сама собой. Педагог там только модератор, ведет занятия, а все остальное родители берут на себя. Также хотелось... Следующий слайд, лесните, пожалуйста. Также хотелось бы отметить экологическое движение «Начни с дома своего», с которым мы очень плотно работаем. Движение тоже уже больше 20 лет существует. Каждый год отправляется в очень длительную, интересную экспедицию. География экспедиции – это регионы Сибири, это Монголия, это Китай, ближнее зарубежье, Казахстан в частности. В составе экспедиции костяк обучающихся нашего центра, обязательно два педагога едут от центра. За годы свои, за 20 лет существования, более 1000 детей в этой экспедиции побывало, и они проехали по дорогам России и ближнего дальнего зарубежья практически 50 тысяч километров, то есть больше длины экватора. Следующий слайд. Край, так как наш край является аграрным, у нас обязательно существует агроэкологическое образование. В 2019 году край был выбран оператором и местом проведения всероссийского слета «Агростарт». Раньше этот слет назывался «Молодые хозяева земли». Дети, которые заняты агроэкологическим воспитанием, собираются в каком-то регионе и проводят между собой различные конкурсные мероприятия. То есть слет также проводился в форме профильной смены. Присутствовало 10 регионов из Российской Федерации. И познакомились дети с культурой, с историей и с производством Алтая. Так, дальше хотелось бы сказать, что работа сейчас строится вся практически с нашими партнерами. Часть из них показана на слайде. Партнеры очень разнообразные, начиная от органов власти, всех ветвей практически, профильное министерство. И особо бы хотелось сказать про общественные организации, ресурс которых используется. Ресурс используется двояко, то есть первое – это гранты, которые через общественные организации также вливаются в общее дело экологического образования, и ресурсы общественников, которые ведут занятия, которые помогают очень серьезно экологическому образованию, просвещению школьников. Ну, в заключение, наши контакты, готовы к сотрудничеству, милости просим. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Игорь Николаевич. Очень важную вещь вы затронули, о семейной форме отдыха. И понятно, что сейчас, в то время, когда дети с родителями большое количество времени вынуждены были проводить вместе, что прекрасно, вот эти формы совместного досуга, совместного проведения времени, вернее, их организация, вообще выходит на один из первых планов. Тем более сейчас, и вот этот, конечно, ваш опыт мог бы послужить опытом, ну, не только для вашего региона, но и, безусловно, межведомственное взаимодействие, реальный сектор экономики. Все, что услышали мы в вашем выступлении, это очень серьезная практика. И спасибо вам, что вы об этом рассказали, и, может быть, нам удастся вернуться к этому в конце нашей сегодняшней встречи. А я с удовольствием передаю слово Наталье Валерьевне Лечихиной и про краевые профильные лагеря. Наталья Валерьевна, пожалуйста, слушаем вас внимательно. Уважаемые коллеги, Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи в июле-августе 2020 года планирует проведение 5 краевых профильных лагерей для обучающихся образовательных организаций Алтайского края. Краевой профильный лагерь, на наш взгляд, является одним из современных образовательных ресурсов системы дополнительного образования детей Алтайского края в летний период. Итак, первый наш лагерь
Первый слайд, пожалуйста. Следующий. Краевой профильный лагерь детства «Здоровье. Талант» – это лагерь для одаренных детей, влюбленных в творчество. Уважаемые коллеги, важными составляющими программы являются образовательные модули в данном лагере по современной хореографии, вокалу, театральному и цирковому мастерству, а также интегрированные занятия, мастер-классы с педагогами-наставниками. Наставники в данном профиле – это преподаватели вузов, известные деятели культуры и искусства, педагоги-тьюторы, учреждения дополнительного образования как Алтайского края, так и различных субъектов Российской Федерации. В формате данного профиля проходят малые дельфийские игры Алтайского края, победители которых рекомендуется на присвоение звания «Образцовый коллектив Алтайского края» и для участия в Большом всероссийском фестивале молодежных дельфийских играх России. Следующий слайд. Профильный лагерь «Летний фестиваль РДШ-22» – это краевой профильный лагерь для активистов российского движения школьников Алтая. Участники фестиваля живут в режиме постоянного поиска, выбора творческих социально значимых открытий, текстных коммуникаций, не зависящих от возрастных или территориальных принадлежностей. Над каждой из дней приглашается эксперт дня, узкопрофильный специалист, задающий своей истории жизни тематику дня, а также медийные личности, готовые поделиться мотивирующей историей своего успеха. Следующий слайд. Основная идея профильного лагеря «Техни» заключается во включении одаренных детей в современные формы коммуникации, мышления и деятельности на основе погружения в образовательное пространство, наполненное интерактивной творческой деятельностью с использованием технологий педагогики искусства. Цель программы лагеря – поддержка и развитие художественного и технического творчества обучающихся в области дизайна и художественного проектирования, профессиональное самоопределение обучающихся в условиях образовательной среды профильного лагеря в рамках подготовки к региональному чемпионату для юниоров «Фордс». В лагере «Технис-22» этим летом пройдет подготовка юниоров для участия в региональном чемпионате Алтайского края молодых профессионалов WorldSkills Russia по компетенции технологии моды. Следующий слайд. Краевой профильный лагерь юных инспекторов движения и краевых соревнований велосипедистов «Безопасное колесо» является региональным этапом всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и проводится ежегодно с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, формированию несовершеннолетних культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа проведения профильного лагеря включает 6 состязаний. Это знатоки правил дорожного движения, это знание основ оказания первой помощи, это автогородок, это фигурное вождение велосипеда, основы безопасности жизнедеятельности и, конечно же, творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного движения». Команда, занявшая первое место, становится абсолютным победителем соревнований и направляется на участие на всероссийском этапе соревнований. Следующий слайд, пожалуйста. Краевой профильный лагерь журналистки «Пленэр» каждое лето собирает своих участников в одном из детских оздоровительных лагерей Алтайского края, пробующих свои силы в журналистике и уже имеющих в них определенные успехи. Журналистки «Пленэр» проводятся в красивейших местах Алтайского края, его участники активно погружаются в общение с природой и полученные впечатления воплощают в журналистских материалах. На основе собранного материала участники данного профиля ежедневно создают радиопередачи, выпускают телепрограммы, издают газеты, выставляют посты в социальные сети, в том числе и в иноязычные. Программа организована таким образом, что каждый ее участник имеет возможность попробовать себя в работе над всеми типами медиапродуктов, создаваемых в смене, а также получить новые знания на семинарах профессионалов медийной сферы. Уважаемые коллеги, в заключение хочется акцентировать ваше внимание на том, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в нашем крае мы полностью готовы к проведению данных краевых профильных лагерей как в офлайн, так и в онлайн форматах. А также в формате выше презентованных смен будут проведены курсы повышения квалификации на основе соглашений нашего дворца с вузами Алтайского края. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Это последнее ваше заявление о том, что вы готовы открыть ваши лагеря как в офлайн, так и онлайн. Это очень важно. Вот в связи с этим я хочу сейчас Галине Владимировне задать вопрос, если можно. Галина Владимировна, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса, очень задевших вот в нашей сегодняшней дискуссии. Как удается краю организовать межведомственное взаимодействие в организации летнего отдыха? Это делается на уровне
края, или это делается на уровне краевых организаций, которые мы сегодня услышали? И как вы мотивируете крупный бизнес, партнеров, другие ведомства, мы смотрели, и сельскохозяйственные смены, и экологические. Вот скажите, пожалуйста, как у вас это организовано, как это получается? Спасибо, Александра Валерьевна. На самом деле, нам сегодня удалось показать большую работу, которую проводит учреждение дополнительного образования. Это как раз в наполнение того контента, который мы сегодня как новый проект в Алтайском крае представляем, «Умные каникулы», и для того, чтобы обеспечить вот в сложившихся обстоятельствах успешную занятость детей. И, конечно, здесь важно поблагодарить наших коллег из других сфер, которые действительно проявляют очень большую социальную ответственность вот в этой межведомственной работе. У нас на уровне нашего региона работает межведомственная комиссия по организации летнего отдыха детей, в которую входят субъекты из разных сфер, разных представителей органов исполнительной власти. И, соответственно, многие такие моменты, которые касаются общих совместных усилий, обсуждаются и принимаются на уровне этих заседаний. И, конечно, здесь получается слаженность именно из-за того, что заместитель председателя правительства лично курирует данный вопрос. Поэтому мы сегодня видим большую заинтересованность и представителей, как обеспечивающих безопасность прохождения летнего отдыха, это Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, так и те, кто помогает в содержательной работе, это действительно предприятия сельского хозяйства, производственники. У нас между учебными заведениями выстроено очень хорошее взаимодействие, поэтому и студенческий корпус не только в подготовке вожатых, но и в проведении каких-то содержательных смен, как выездного, так и вот такого электронного формата, они также задействованы. Вы знаете, наш край сам по себе очень уникальный. И мы, конечно, сегодня с учетом дефицита времени рассказали лишь маленькие такие, вот, маленькое количество тех практик, которые существуют по представлению уникальности нашего края. Это край не только с богатой природой, но и это много исторических памятников, архитектурных, много заповедников. И, конечно, сегодня вот в режиме такого проведения летней занятости нам удалось объединить многие ресурсы в единый какой-то такой вот портал, единый какой-то такой вот набор, что ли, который вот эти электронные ресурсы позволит применить для развития познавательной темы, потому что у нас сегодня в Алтайском крае есть еще и 10 инициатив губернатора Алтайского края, и многие из них как раз завязаны на вот этих практиках «Люби свой край», «Край поколения талантов» и так далее, и так далее. Как раз эти и инициативы обеспечиваются за счет большого участия наших партнеров. Поэтому это действительно работа, которая актуализировалась вот с точки зрения полезности в летний период. А в принципе она очень, так скажем, содержательно реализовалась и в течение учебного года у детей. Поэтому мы сегодня как такой аккумулирующий, координирующий информационный ресурс используем сайт «Алтайские каникулы», где можно познакомиться и с вышеперечисленными ресурсами, изучить памятки по организации отдыха детей, и по мерам безопасности, советы психологов и другую интересную информацию. Галина Владимировна, хотела задать некоторым нашим спикерам эти вопросы, но вот сейчас один такой общий. Скажите, пожалуйста, а готовы ли вы все то, что вы сейчас перевели, допустим, в режим онлайн, вынужденно? Будете ли вы продолжать работать с этим форматом? Потому что, ну, если все вернется на круги своя, можно просто переждать и вернуться к прежним форматам работы. Но ведь если... Это первый вопрос. И второй вопрос. Открыты ли эти ресурсы для ребят из других регионов? Или это только для вашего региона, для ребят? Мы сегодня сдаем в Российскую электронную школу, центром, которым я руковожу, Федеральный центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий, сейчас стоит просто на своде этого процесса. Все федеральные центры наши подают информацию по регионам,
находя ссылки на онлайн обучение для того, чтобы в июне запустить на всю страну. И эти ссылки проверяются только те, которых можно войти не только детям региона, ну, где это все происходит, но и всей стране. Скажите, пожалуйста, вы готовы стать таким донором для страны? С одной стороны, открыть онлайн онлайн-обучение, ваши цифровые ресурсы, чтобы дети всей страны могли заниматься? Это первый вопрос. И второй даже не вопрос, а это могло бы способствовать такой популяризации края и такому, может быть, развитию внутреннего туризма вот для тех ребят, которые могли бы онлайн пройти ваши программы из, не знаю, из Калининграда, из Тверской области, и потом захотеть увидеть это все своими глазами. У нас еще есть прям 4 минутки с вами. Уважаемые коллеги, мы к этому стремимся для того, чтобы сегодня наши ресурсы были доступны и ребятам из других субъектов. И уже такая весомая часть этих ресурсов мы готовы ими делиться, потому что вот они сегодня о них и Игорь Николаевич говорил. Мы посмотрим более внимательно сейчас на возможность размещения этих ресурсов во всероссийском таком вот пользовании, поэтому часть из них, возможно, уже и сегодня часть адаптируем, но это очень интересный формат, и мы готовы. Вот мои коллеги как раз говорят об этом, о том, что да, мы с удовольствием поучаствуем в этом всероссийском проекте. Ну и, да, конечно, продолжайте, пожалуйста. Да. Говоря о том, что сегодня эта ситуация вынуждает, конечно, больше использовать их в режиме онлайн, но когда мы вернемся, а мы надеемся, что это все-таки в ближайшее время состоится в режим офлайн, часть все равно этих ресурсов будет использоваться как дополнительно к той деятельности, которая сегодня в летний период будет организована. Потому что, в принципе, это же очень доступно. Это привлекает и членов семьи к изучению этих тем, потому что многие ресурсы подготовлены именно для такого какого-то коллективного взаимодействия. И поэтому это вот очень интересный формат, который позволит более качественно в целом развитие наших детей обеспечивать. Спасибо. Ну, спасибо большое за вашу готовность, потому что мы уже сегодня часть ресурсов региональных размещаем в Российской электронной школе, и РЭШ станет не только для общего образования, но и для дополнительного образования. Уважаемые коллеги, спасибо большое за ваше сегодняшнее участие. Хотелось бы, конечно, подробнее узнать про ребят с ограниченными возможностями здоровья, как они в этой ситуации у вас задействованы. Вот я услышала в словах Юлии Юрьевны о том, что о безбарьерности почти всех программ, и мы, ну, я себе это отметила, что в вашем регионе большое внимание уделяется в том числе и этому. Мы вас благодарим, уважаемые коллеги, за сегодняшнюю встречу. Мы рады были поделиться опытом Алтайского края на всю страну. Нас смотрят и слушают с вами сегодня 85 регионов. И, конечно, такой уникальный край по своим рекреационным ресурсам, педагогическим, профессиональным, межведомственным, вот такому мощному соединению всех ресурсов, конечно, может стать донором для всей страны вот сейчас в такое сложное время. Поэтому мы будем очень ждать ваши хотя бы несколько онлайн-ресурсов для того, чтобы завести их в Российскую электронную школу и показать ваш опыт проведения летних смен, дополнительного образования в онлайн на пользу всей ребятам из нашей всей страны. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Уважаемые слушатели, а вас мы приглашаем посетить выставку Московского международного салона образования. Совершенно уникальный цифровой продукт, огромное количество стендов, продуктов для образования и, конечно, смотреть нашу программу. Спасибо за внимание. До свидания.